Всем подписчикам большой привет! Сейчас я вам демонстрирую работу вакуумного выпарного аппарата, который предназначен для концентрирования или натуральных соков, или сгущенного молока в форвакууме. Это устройство, которое представляет из себя межбаночное, вот она, само устройство, межбаночное устройство, которое сделано из вакуумных банок крышки для вакуумного консервирования ВАКС, и которое совмещено, может быть, с любыми объемами банок. С помощью этого устройства и вакуумного насоса можно создавать вакуум через стандартный штуцер для бескамерных шин, и насос, вакуумный насос, который может создавать вакуум одновременно в двух этих самых банках. С помощью этого устройства вакуумного выпарного можно делать перегонку соков, концентрировать соки, можно получать сгущенное молоко, и потом я покажу, как его использовать для сублимационной сушки продуктов. В данное время сейчас идет выпаривание раствора. Раствор. Это раствор марганцово-кислого калия. У нас я просто для эксперимента его залил. Который кипит у нас. Кипит в нижней банке, в выпарной. Вот температура кипения этого раствора, посмотрите, 73-72-75 градусов. Это температура кипения. Для того, чтобы его подогревать, нижнюю банку, используется специальный подогреватель. Он продается для подогрева термосов. Есть разного диаметра. У меня он по 2-литровую банку сделан. Это вот такое кольцо со встроенной спиралью. Его мощность 700 Вт. Но для того, чтобы нам его регулировать, применяю я диммер. Диммер – это тиристорное устройство, которое позволяет плавно менять мощность вот этой самой спирали. И в данное время он стоит на минимуме, и примерно около расход идет около 100 Вт. То есть от 100 Вт перед тем, как выпаривается, создается вакуум. Вакуум через штуцер с помощью вакуумного насоса. Создается вакуум. Индикаторы вакуума у меня здесь есть внутри. Это шприцы. Я вам отдельно потом покажу, как они устроены. Получается форвакуум. То есть кипение начинается при минимальной температуре. Вот в данное время идет кипение у нас. Как раз я замеряю пирометром. Видите, 70. Температура кипения 70 градусов. То есть при 70 градусах идет процесс. Пар из нижней банки через сгон подается в верхнюю банку. В верхнюю банку, где или засыпается сорбент в этой верхней банке. Сорбент. Вот температура здесь 60 градусов. Или же у меня в данном случае конденсат в этой банке собирается с помощью охлаждения ее донышка. Это у меня кружка со снегом стоит. То есть снег охлаждает у нас пары, которые поступают из нижней банки в верхнюю, и по стенкам стекают вниз. Собирается вот здесь, в верхней банке. То есть выпаренный конденсат, вот он собран внизу. Вот он, процесс мы начали. Видите, на донышке верхней банки. Когда процесс заканчивается, то есть концентрация выпаривания, мы просто снимаем вакуум и эту конденсат спускаем через штуцер.
Это очень экономично устройство. Сейчас потребление идет тока порядка 100 ватт всего. То есть с помощью 100 ватт идет процесс выпаривания. Вот такая интересная штука. Вакуумно-выпарной аппарат для получения концентратов соков при низкой температуре идет перегонка. Можно, конечно, и самогон гнать на ней. Но там температура повыше температуры. Но в вакууме спирт кипит при менее высокой температуре. Вакуумно-выпарной аппарат. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал.